Иван, ну, собственно говоря, побеждать не устаете? А почему должен устать? Побеждать всегда приятно, и тем более сегодня, да, такой праздник сделать не для города, не для... для нас, для болельщиков, то есть сегодня, можно сказать, все гуляют. Ну, сегодня был очень тяжелый матч, вот такой вот, и, собственно говоря, вы его главный герой. Наверное, вам особые поздравления, главные были в раздевалке. Ну, я бы не сказал, что я главный герой, все главные герои, вся команда, потому что сезон длинный, да, и на моем месте мог оказаться каждый. Я всем благодарен партнерам, тренерскому штабу, руководству, всем болельщикам. То есть мы проделали очень хороший путь и сделали пятое подряд чемпионство и вторую звездочку. Какие мысли в голове были? Как только мяч пересек линию ворот, он в сетке, что почувствовали? Да ничего не чувствовал, блин, было опустошение и радость одна, я не знал, куда бежать. И уже потом просто покатился на коленях, да, и все ребята начали поздравлять тренерский штаб, массажисты, доктора, вообще куча малая. И все. А какое оно на вкус чемпионское шампанское? Игристое. Это ваш главный гол в карьере на данный момент? Надеюсь, главный еще будет впереди, а на данный момент это полезный, я бы сказал, гол. И, можно сказать, золотой. Предчувствие было, что на метре надо на 85? Ну, сколько дают времени тренерский штаб, я настолько выкладываюсь, да, и когда была атака против Спартака, вот, голевая, да, я подумал, что как никогда, и еще, что звезды сегодня совпали и на моей личности. Спасибо огромное.